Йо, йо йо здорово, народ! Димон Массел с вами. Сегодня я здесь с вами собрался для того, чтобы вам показать функционал одного приложения. Называется оно Ниси Тест. Да, оно, конечно, официальное, вам нужно будет покупать лицензию. Но, тем не менее, если вы занимаетесь проверкой телефонов, оно может вам помочь проверить все по пунктикам. Понятное дело, что это приложение не сравнится с диагностикой на оборудовании Samsung. Вам не покажет серийные номера запчастей, которые стоят в телефоне, какие запчасти менялись, какие запчасти оригинальные, а какие уже нет. И если были замены, то были на детали какого качества. Более того, оно не покажет вам, как телефон будет работать при стресс-тестах. Он не покажет, будет ли перезапускаться там телефон через 5 минут и так далее. Он вам покажет работоспособность телефона, просто как проверка по пунктам, здесь и сейчас, так, чтобы все это было упорядочено в одном месте. Итак, давайте я попробую вам показать функционал этого приложения. Мы возобновляем тест. Первое. Все сенсоры тестируются автоматически. Пожалуйста, включите GPS и Bluetooth, чтобы пройти эти тесты. Соответственно, GPS и Bluetooth у нас включен. Нажимаем, понятно. Соответственно, здесь у нас автоматически проверились все тесты. Сейчас я вам покажу. Вот видите, Wi-Fi он сразу понял, что работает. Bluetooth понял, что работает. Симки, антенны, сеть есть, все хорошо работает. Аксели акселерометр, это наклоны телефона, датчик работает. Гироскоп тоже работает, соответственно, все прекрасно. Компас. Угол меряет, замечательно. Датчик освещенности, вот вам показывает, насколько тут темно. Видите, сейчас 13 люксов, сейчас сотка, да? То есть, видите, датчик освещенности работает, геолокация, координаты определил, работает, замечательно. Следующее. Чтобы пройти тест, вам нужно зажимать кнопку одну за другой. Понятно. Значит, какие нам датчик приближения? Подсовываем руку. Опа, заблокировался, разблокировался, соответственно. Почему он у красный крест поставил? Вот, смотрите. Ага, все зеленое. То есть датчик приближения работает. Кнопка громкости вверх работает. Кнопка громкости вниз работает. Отпечаток пальца он здесь не тестирует, потому что нет запуска соответствующего. Датчик отпечатка пальца тестируйте через меню отпечатка пальца. Здесь оно, к сожалению, вам не покажет. Дальше. Тест воспроизведет несколько звуков и проверит, что микрофон и динамики работают исправно. То есть телефон сам будет издавать звук определенной частоты, а микрофон, если он работает исправно, он должен будет понять, какой звук издает телефон. Вот сейчас он вибрирует. Микрофон это почувствовал. Видеомикрофон тоже проверяет. Идут частоты. Все частоты вы телефон услышал. Издал, услышал, издал, услышал. Замечательно. Соответственно, здесь у нас все проверилось. Следующее. Пожалуйста, проверьте, что все экраны полностью закрашены, не содержат никаких выделяющихся точек. Понятно повторить. Так, соответственно, белый экран без выгорания, хорошо. Красный битых пикселей нет, зеленый битых пикселей нет, синий битых пикселей нет. Отлично, проверили. И черный, все, никаких засветов. Все замечательно, нам все нравится. Дальше, чтобы пройти этот тест, вам нужно очистить экран от пузырьков, касаясь их. Понятно. Соответственно, то же самое, что мы делаем в звездочка, решетка, но в звездочка, решетка, только более упорядочено. И как бы все равно больше, так скажем, в этом простоты, вам не нужно вводить сервисное меню, вам говорят, что вам нужно делать и на какие результаты смотреть. Почему именно вот такой крест по центру надо закрасить? Да потому что если не работает тач в каком-то месте, он не работает полосами, вертикальными и горизонтальными. Соответственно, если вы прошлись вот так по диагонали, то у вас нету ни такой полосы, ни такой полосы не рабочей, понимаете, да? Так что вот такие вот дела. Все, пузырьки позакрашивали, значит, тач рабочий. А мультитач рабочий, вот двумя пальцами мы экраны и касаемся. И мы так понимаем, что, опа, мультитач у нас есть. Замечательно. Дальше. Проверьте камеру. Но здесь проверяет не оборудование, здесь у нас проверяем мы сами. То есть мы берем и просто делаем снимок и отвечаем телефону, хорошее ли качество. Причем проверяется только основной модуль, не проверяются остальные модули. Проверяется также фронталочка. И Пожалуйста, ответьте на вопрос о вашем телефоне. Понятно. Камеры снимают без пятен и искажений. Да, было все окей. Но если вы оцените хреново, то и, соответственно, тест вам покажет, что все окей, хотя это вы просто оценили хреново. Ну, такая себе проверка. Там автофокус мы не проверили, ширик мы не проверили. Зум мы не проверили. Трешку мы не проверили. Но ну, окей, хорошо. Дальше. Тут у нас как бы все окей. Тест завершен. И, соответственно, базу вы поняли, да. Понятно, что вы с помощью этого приложения не поняли, как у вас будет телефон работать в каких-нибудь подвалах. Не будет ли он терять сеть спустя 5 минут использования. Как он, в принципе, работает с разными диапазонами частот, да? Вы также могли не заметить каких-то выгораний битых пикселей. Вы вообще не поняли, оригинальный у вас экран или нет, да? Вы не проверили отпечаток пальца и многие другие вещи. Но, в принципе, какую-то базу, на которую стоит обращать внимание, и которую можно проверить даже без этого приложения, вы поняли. Поэтому платить деньги за лицензию на это приложение я смысла не вижу. Вы можете точно так же прекрасно зайти звездочка-решетка, но звездочка-решетка. Здесь у вас еще есть, помимо всех этих тестов на пиксели, помимо всех этих тестов на гироскопы, еще есть тест динамиков, которые вы сами можете послушать реально, как они издают не только частоты, но и реальные звуки. Также тут вы можете проверить тач. Мультитач здесь, к сожалению, не проверяется. Да, это есть в том приложении, но нету в этом. Также тут тоже можно проверить кнопочки вверх, вниз, блокировку, вот видите. И также вы тут можете проверить стилус, чего нету в том приложении. Как его видит, когда телефон с расстояния и так далее. Но вы не можете проверить Bluetooth, например, как работает стилус. То есть нажмете ли вы кнопку у уха и сделает ли ваш телефон снимок, да, по нажатию кнопки на стилус. Если он извлечен эти телефона и находится далеко, это нужно проверять ручную или на оборудовании. Также здесь есть у нас сенсор. Вы можете посмотреть, герметичен ли телефон. То есть 993 вы нажимаете на телефон, давление, видите, повышается. Пускай даже на доли секунды, да. То есть колебания есть. Если колебания есть, телефон герметичен. Также у вас тут есть и график, вот эта вот вертикальная ось красная ось, горизонтальная зеленый, вот такая вот скручивающая. Поэтому не вижу смысла платить за то приложение, но оно есть, узнаете. Вот такой вот небольшой полезненький видос от Димона Масла.